Это вот наркотики, которые я распространял. Двадцать свертков. Что можете пояснить про эти свертки? Ну, внутри находятся наркотики, которые я заворачивал и прятал до магазина. То есть бесконтактным сбытом, да, да, осуществляли? Да, да. Торговлю наркотиками. Какой интернет-магазин? А что находится в данных свертках? ТВ и СК 50. Вот они, недавицы.